Моделируем декор ракушка в Inventor. Сделаем вращение эскиза скругленного конуса на 180 градусов. Затем его массив из 13 элементов также на 180. В центре массива создаем полусферу. Сплющиваем ее по высоте с коэффициентом 0,5. Комбинируем тела и убираем острые грани сопряжениями. Еще раз плющим с тем же коэффициентом. Удаляем верхнюю грань и придаем толщину оставшейся. Создадим краевую валютку методами вращения изгиба. Теперь отзеркалим ее и склеим тела. Элемент пьедестала сделаем из массива скругленных долек вдоль поперечной оси. Над ним расположим жемчужину. Скомбинируем тела и согнем деталь в двух плоскостях. Ракушка – один из главных мотивов стиля рококо. Вместе с завитками ракушка превращается в пальмету. Условный орнамент называют ракай. Это была вторая серия.